Здравствуйте! Рада вас приветствовать на канале Цветики. И сегодня мой обзор посвящен моему любимому сорту, одному из моих любимых сортов – лиловый рассвет. Я уже не раз этот сорт показывала, но в этом году, то есть уже куст довольно-таки взрослый. В прошлом году я снимала, это был куст, ну, чуть, наверное, постарше года ему было. В этом году куст, смотрите, уже довольно-таки крупный. Совсем по-другому смотрятся цветы, цветоносы. Цветоносы вообще очень замечательные, такие толстенькие. Очень красивые. Вот, поэтому я решила его еще раз показать, потому что я считаю, что сейчас он выглядит более зрелым и более, скажем так, можно представить, что из себя представляет данный сорт. То есть наиболее объективно, скажем так. Он повзрослел, стал более зрелым куст. Вот, и по нему сразу видно, что какой он шикарный. Какие шикарные цветы, необычные расцветки. Не с таким рисунком, очень красивым. И как он красиво смотрится вообще издалека. Как издалека, так же, как и вблизи. Цветок очень необычный, конечно. Что-то вообще о нем говорить бессмысленно, он, как говорится, говорит сам за себя. Листья хорошие, цвет такой зеленый. Листья плотные. Образуются дополнительные розетки, конечно, на нем. Прекрасно, мне это нравится, прекрасно куст делится. То есть хорошо цветет. Не истощается розетка. То есть есть возможность его поделить и получить дополнительные кусты и омолодить растения. Вот такой вот красавчик.